буржуйка, великолепная штука. Это воздухогрейный котел профессор Бутаков. А вот это полено. Посмотрите, какой красивый. Сейчас мы его туда положим. Смотрите, чтобы растопить печку, надо набрать рожишки. В нашем случае это береста. Потом надо приготовиться. Взять в руки спички. Опа. У меня свободная рука всего одна. И поджечь бересту. Оп. Вот, и сейчас береста займется и захватит щепочки. А щепочки, в свою очередь, разожгут поленья покрупнее. Этот воздухогрейный котел, он греет недолго, но весьма интенсивно. Сейчас я на эту печку поставлю кастрюлю с водой, буду греть воду. Добро пожаловать в поэзию Страстной Пятницы. В мою арбатскую юность, в 90-е годы в Москве, я очень часто участвовал во всяких разборках, драках. Я был хилым пацаном, пока не занялся каратэ кюкушинкай, а потом со временем стал покрепче. Вот. Мой нос сломан много раз, поломаны кулаки. Потому что я всегда искал ответ на базисный вопрос «Кто ты?» или «Ты кто?» чуть более грубо, да? А на самом деле вопрос очень серьезный и бьющий прямо в цель. Кто вы? Вы кто? Сегодня Государственная Дума Российской Федерации, которую кто-то, представляющий себя Путина, уже распустил, но она все-таки продолжает штамповать законы, и она сегодня собирается принять или примет на момент выхода ролика, то, что она примет, сомнений не вызывает, единый реестр населения Российской Федерации. Мне омерзительно слово «население», поэтому я запнулся. Я хочу народа, а не населения. Вот. И это означает полное тотальное порабощение. Тот поганый, адский, собянинский концентрационный лагерь, который создан в Москве, будет распространен на всю Россию. Что это? Злая черная магия вкупе с техногенными содержимыми. Вот. Что ж, и написал я стих. «Страха праха лжи зола, облачный мир помогает ветрам, и дует с небес могуче, безмерно. Грустен рассвет над моею землей, сквозь тучи лишь лучик пробьется немой. Лицо он мое полоскает, и ветром снесенный растает. Обречен был мой град изначально, и всегда здесь страдали сполна. Но сегодня мне, братцы, печально, маской лжи вдруг покрылась страна. Что страна? Люцифер на весь мир разошелся. Он в игрушки затеял с твореньем играть и кровавую баню ловушек посеял, чтобы род человеков покорными в петлю загнать. Богачи тихо власть захватили, беспощадны всегда они были, и весь мир стал покорно служить, лишь с одной надеждою — жить. Глаза мои открыты. Я вижу вашу боль. И на Люцифера стал я очень зол. Он нас унижает, чтоб показать Творцу. Твои создания плохи, твой мир пришел к концу. Смерть и страх, ой и ах, эпидемия. В годовщину страшной бойни не до смеха мне. Город мой родной захвачен. Кто гуляет, будет схвачен. Если болеешь, лежи и лечись. Слушай врачей и давай, не трясись. Но Люцифер мою Русь захватил, здоровых больными вдруг трус объявил. Скоту не надобно врачей, златолюб считает. Слегка подкормим палачей, никчемных меньше станет. Люди, что ничтожеств стада, мы привьем их для забавы. Не согласен, если кто, отберем его добро.
Ты дома сиди и намордник одень. Мой град словно спит заколдованный тень. Обворован, полумертв, но зато, блин, ты здоров. Самоизоляция, ты зла, реинкарнация. Магия черная, мороком душным, ложью опутала, цепью натужной. Порвать в состоянии любой свои узы, надо признать всю неправду ненужной. Знаешь, друг мой, чтоб жить, колдовство их победить, не играй в их игры, не считай все числами. Деньгами мерить жизнь нельзя, здесь и запрятан корень зла. Ложью и обманом накормлены сполна мы. Что ж, друзья, на самом деле это так. Любимое число Люцифера – двойка. Страх и ложь. Страх – это насилие, смерть, убийство, война. А ложь – это намордник, который каждый из нас одевает, боясь за свое здоровье. Но намордник этот доводится ими до абсолюта, дорогие друзья. И вот они все пытаются сосчитать поголовье чела скота. Сосчитать для того, чтобы лишь больше ограбить, унизить нас, загнать нас в каббалу. Я всегда был против и буду против такой омерзительной несвободы лжи, потому что они доведут это до абсолюта. И говорю вам я об их сатанинских планах сегодня, в Страстную Пятницу, накануне Пасхи, светлого дня для всех православных христиан. Пасхи, которую у нас пытаются украсть. Обманом. Обманом. А что происходит в Москве? Избиение, задержание. Уже на 50 миллионов рублей они оштрафовали и слегка пополнили свою мошну. Впрочем, для них это действительно крохи и детские слезки. Слезы наших детей. Я видел, как женщину эти изверги в полицейской форме волокли в машину. Изверги, откормленные изверги, каждый из вас. И вы не воины. Вы подонки. Подонки. И то, что вы делаете сейчас, сожжет вас изнутри. Сегодня в этот день, мощный огненный день, я призываю вас к ясности. Вернее, я призываю ясность и открытость на головы ваши. Да падет прахом остаток лжи, который вы закрывали свои поганые хари. Это говорю я упырям. А вам, друзья, я желаю с достоинством перенести этот день и встретить светлый день Пасхи. Даже если вы неверующий, поверьте, сейчас мощь небесных сил особенно велика. Это скорбный день, но это и день света, день нового начала. Потому что смерть – это всегда перешагивание через порог. А я на этом пороге вдоволь наплясался. Не бойтесь жить, не бойтесь умереть. Бойтесь быть обманутыми и уверовать в эту ложь. Бойтесь бояться. Что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, если, конечно, вам нравится то, что я делаю. И если вам это нравится настолько, что вы готовы меня поддержать, данные вы найдете в описании к этому ролику. Простите, я не буду пока больше трансляции делать, кроме крайних экстренных случаев, потому что качество, конечно, действительно не очень хорошее. И не ругайтесь на меня. Вот, я вас всех очень люблю, помогай нам всем Господь Бог. Что ж, водички нагрел, помылся, печка источает тепло, все хорошо, и здесь я на земле, здесь я свободен. А города наши превращены, и губернии, и села даже многие, не многие, но некоторые, превращаются в концентрационный лагерь. И волею богатых златолюбцев, поклонителей Мамоны, Золотого Тельца, суть самого сатаны, они хотят
сделать человеческим скотом каждого из вас, из нас, наших с вами детей, внуков и правнуков, и ad infinitum, до бесконечности. Чьими же мы станем рабами? Вглядитесь в эти гнусные и омерзительные хари, что принимают решения, данные им сверху. Вглядитесь в эти хари, и вам все станет ясно. Очнитесь, люди. Право на жизнь, право на достоинство и право на свободу надо отстаивать всегда и неизменно. И знаете что? Пожалуй, что достоинство я поставлю на первом месте. Доброго дня. До свидания. Вот прекрасно занялась всего спустя несколько минуточек. И 3 минут не прошло. Вот. И теперь она прекрасно, хоть и ненадолго, согреет весь дом и кастрюльку воды, чтобы я мог помыться. Вот, сказка продолжается.